Хейл, гайс, мишки, мы продолжаем родить игру по названию Spyro 2. Так, мы попали в новый мир. Как я могу понять, осенние равнины. 4 сакриталов, 2 финтиплюшечки у нас здесь. Кристальный... Клацер какой-то. Клацер. Как мы с вами поняли с прошлой серии, наш босс... Блин, подожди. Я надеюсь, они в третьей части хотя бы побольше сделают боссов. Допустим, взять просто ту же самую первую часть. Там было сколько? 5 миров и в каждом мире боссы. Окей. Спайра, ледяные маги пленили нашего вождя, шамана Тука. Помоги нам его вызволить. Это срочно. У него наши билеты на сегодняшний хоккейный матч в Калаусе. Так, а сколько их всего должно быть? Crystal Special. Так, ну здесь нету заданий. Садись на катапульт, и мы переправим тебя через пропасть. Короче, я понял. Они каменные, поэтому их только так. Смотри, с нами никакая стенка не помеха. А, лол. Они сделали из себя типа платформу. Так, а что за чувачки? Подожди, я хочу посмотреть, кто тут. Какой-то снежок. Короче, как я понял, когда я пожираю этих снежков, какое-то количество их съедаю, то мне дается хпшка. Я, конечно, ни на что не намекаю, но туда можно попасть. Там какие-то носатые чудики. Ва. Так, снова это сумчатое существо. Что он мне хочет там катер дать? Hello
Сколько зим, Спайро? Я могу обстроить тебе переправу. Почти даром. Благодарю, Спайро. Столь долгожданная квартирка в Хурикан наконец будет моей. Прошу на мост. Нифига себе. Аж страшно стало. Это место под названием наводнили дракулиты. Наш кошмар. Ты мог бы нас от них избавить, если бы умел летать. Ага, 15 штучек надо. Хорошо. Так, вопрос. Как мне сюда выбраться? А? Чёртова подстава. А, подожди, они заново встают. То есть у меня идет как таймер, за который я должен промежуток времени, за который я должен это уничтожить. Так, запоминаем, 15 штук мне надо. Спасибо, Спайро. Теперь стой, где стоишь. И осторожнее там внизу. Ой. Конечно, лучшего спасения, чем свалить двухтонный ком мне на голову, эти ребята не придумали. Держи-ка, вот кристалл. Я за него дам чё-то билет на хоккей. Стоп, это что друг... А. Всё, я подумал, мне сферу даст. Я что-то тупанул немножко. Так, ну я думаю, сначала давайте разберемся с полетной. С полетным диссонансом. Ты спас всех нас от злого рука. Прими сферу как скромный знак нашей благодарности. Так, а я на самом деле могу долго летать. Поэтому давайте сейчас еще пролетаем и позабираем ништяки.
У меня типа автоматически слетает баф. Понятно. То есть я нигде в другом месте я его использовать не могу. Заметано. Ладно, пойдем тогда дальше. Пропал мой ручной снежный барсик. Я весь ушел в рыбалку. Обернулся, и он исчез. Надеюсь, Джорджика не съел дракулиты. Вернуть снежка. Так, это чё? Ясно, можно было и сказать. Сейчас, снежок, мы тебя вернем, подожди. Посиди там. Покумекай. Куда ты? Куда он бежит? На что его рыбы должны кормить? Ну, теперь он зато за нами идет. Ты нашел Джорджа. Я так рад, что он в безопасности. Теперь я с него глаз не спущу, если вновь не усну за удочкой. У меня с собой только блестящий шарик, что попался на крючок. Возьми, если хочешь. Нихера у тебя золотая кость там на голове. Так, ну все получается, 100% уровень. Один из уровней, который мы прошли на 100%. Так, мне, короче, нужно что сделать? Мне нужно научиться лазить по лестнице. По сути, на уровнях, которых мы не сделали 100%, это единственная цель, что нужно сделать. То есть научиться лазить по лестнице. Научимся лазить по лестнице, по сути, мы сможем все собрать на 100%. Для этого мне все равно придется... О, вау. О, так изображено, сколько сфер, подожди, я собрал дальше. Well done,
Замечательный Спайро. Энергия сфер возродилась в вихре. Я очень рад. Легенда гласит, здесь находится портал, Зефир. Легенда гласит о том, что я могу его открыть. И более того, насколько мне не изменяет память, в легенде упоминается, что мое скромное участие имеет цену. Гран Мерси, Спайро. С таким стартовым капиталом я открою ресторан «Дымящий ящер» в Скелосе. Земфир. Ну, пойдемте, Земфир. Зефир. О, кстати, я могу... Да, я могу так же, как в первой части, двигаться. Так, тут военные действия происходят, как я понимаю. Докладывай обстановку. Ситуация немного затруднительная. Бризоделы окружили, и мы ждали добровольца, подобрав их склад боеприпасов. Кажись, это ты, полковник Блаб. А, стой. А, мы играем за гусеничек? Так, надо отхилиться. Так, подожди, задание у нас какое? Есть здесь? Плевать, ладно. Ой, блядь, я не заметил, что в меня хуета летит. А можно не так наводиться? Надо хп еще отхилить. Короче, я примерно понял, как они атакуют. Птенчики поглощают снаряды и потом в нас их выплевывают. Чёртова пушка не слушается. Хотя ты тресни. Как думаешь, солдат? Пулеменёшь вон ту птицу. Прыгай, попытайся.
Отличный выстрел. О, у него уточка на посохе. Так, я как понимаю, та херовинка тоже, да, открывается? Надо внимательно смотреть на дома тогда. Хорошо, нам туда. И там, и туда все эти летят мои. Так, с пушки по этим стрелять. Так, ждем, пока он сейчас делает круг. Ай-яй-яй. Ладно, плевать. Я малютка Бупи. И я потерял своих коровят. Из-за всех этих вечных боев они избегают и избегают. Побудешь по сухому, вернешь их в вагон. Верну, только мне нужно одолеть сначала остальных этих. Подожди, а как мне... Где загон? Ну что, за блеск я вижу на балконе. Вон, вверх свет брежит. Не тупи. Профессор говорит, что разрабатывает план, чтобы вернуться на мою... Джульетту. Только я уже давно ее не видел. Ага, то есть там вообще другой-другой участок. Вот, мне снова нужно учиться лазить. Смотрите, как они в траве хорошо спрятаны. Да, придется хорошо лазить. Надо сраную птицу-то убить.
что мешает только. Так, хорошо, теперь кристаллы пособирать. Короче, где-то, наверное, штук 20 нужно жрать. Потому что мы их жираем, а мне ни хера не дается. Ну, имеется в виду контишка. Так, ладно, троих мы нашли. Ого, вот это взрыв! Свезло, что я был в Кэске. О, полковник приказал вручить талисман в случае прорыва Бризовской обороны. Молодец, солдат. Блин. Мне туда надо. Возможно, там двое еще из загона идет. Слушай, на тебя шар не упадет, так стоишь под ним. Тяжко, тяжко, тяжко. А, так они здесь. Все. Попугай, чтоб он туда шел. Он долетит, интересно. Так, и сразу этого отсюда выгнать. Я, конечно, ни хера не имею против. Ну что-то пошло не по плану. Походу, одну свинку мне придется отсюда убрать. Ах.
серьезно издеваетесь? Короче, я вас понял, приятели. Придется перепроходить. Так, а нахера я сюда пришел? А. Спайро, мой мальчик. У меня волшебный боб, то есть зернышко для тебя. Где ты было? А, вот оно. Можешь посадить, посмотреть, что вырастет. Я подумал, теперь я застрял. А где мне еще их искать? Потерял зерна, верно? Я могу вернуть растениям их родной вид, если ты хочешь начать заново. Что ж, ступай. Вот оно что. Так, я могу и сюда, кстати, посадить. Так, сейчас будем тестить кое-что. Нет, не могу. Чудо бобы. Блин, ну с теми его худобой, блядь, свинюхами. Это жесть. Чёртовы баги. А прикиньте, если они застряли, я вообще не смогу выйти отсюда. Не думаю, что это они так бы сделали. Чёртовы свинюки. Молодец, мой друг. Возьми еще два зернышка на оставшемся пути. О, и вот. Пусть тебе у тебя будет, если не против. Мне только кармана оттягивает. Эй, сфера. Ага.
Так, пусть пока здесь полежит. Там, ты можешь нормально взять. Зачем так делать, чтобы нужно было ждать? Выплюнул, сразу можно было подобрать. Какой у нее страдает? Так, ты пойдешь со мной. Может, еще пригодишься. Джульетта. Ромео, о, зачем же ты, Ромео? А, вон, за скалой, Ромео. Забери, мне это больше не нужно. Звук говорит пока, блядь. Что-то со звуком он как-то прыгает в этой игре. Ёбаные свиньи. Вот су... Ёбаные свиньи, почему я свиней не могу отнести? На... Ебать, я еще чуть сам не застрял. Короче, в жопу. Потом уже переиграем этот уровень, да и все. А то считать один уровень у нас... Или подожди, или это второй? Который мы играем. Ну, знаете, я могу игре отдать только одно должное насчет врагов. То есть, если у нас в первой части были в основном только гнорки, да? Хотя нет, мир снов там были не гнорки. Ну, короче говоря, да. И думаю, тогда на этом мы с вами заканчиваем, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и всем пока.